Привет, с доставкой мяса от Double X. Привезли мясо, правда обещали первые дня, но привезли 4 часа дня. Немножко опоздали. Вот положили соль, перец. Заказывал два стейка рыбай 400 грамм. Вот такие они. На вид невооруженным глазом ощутима разница. 2 по 400 должно было быть. Привезли. Сейчас вот маленько, то, что поменьше, положу 370 грамм. Тот, что побольше, 160. Вот сегодня попозже еще пожарим, попробуем как на вкус. Просто странно, что такой вес разный, потому что у них на сайте цена идет 300, 400, 500, 600 грамм. 4 позиции, все разные по цене. 600 грамм стоит почти 1000 рублей, а не почти, а 1000, 1080 рублей. А 400 грамм 720 рублей. Вот я заказывал 2 по 720. Ну, здесь почему-то 11 000 пожили. Ну, спасибо. Может быть, это за то, что опоздали. Привезли так поздно. Вот таких два добреньких кусочка. В принципе, толщина нормальная. Тут немножко, правда, уже какой-то потемневший. Явно посвежее кусок. Так, ну вот сейчас мы будем жарить наше мяско. Будем прожарку делать medium rare. Так. Так, а вот наши стейки уже готовы. Сейчас буду снимать. Вот сюда. Мы их это посолим. Побежала. Жарко, то что надо. Пробуем.
обалденное мясо. Вкусное. Так что... В общем, очень сочно получилось вкусное мясо. Рекомендую доставочку, которую я нашел случайно. Напишу их адрес. Все, всем пока, спасибо. Смотрите мой канал, будем готовить дальше вкусно вместе. Все, всем пока.